Лети, Сюнин. Должна быть та стая, что преследовала Орнера. Он пошел сражаться. Орнер, твои страхи сбылись.
Но твоя смерть не будет напрасной. Сорван волками. Здесь никого не осталось. Пора уходить. Нужно скорее выбираться из воды. Поднять парус! Thank you.
Мы нашли все, что хотели. Пойдем. Покажи, что там впереди. Что за ярл? Его захватили разбойники! Скорее! Ярла схватили разбойники? Идем, если твоя храбрость не просто видимость! Ярл будет благодарен, поверь! За мной! Скорей, или его убьют! Убьют? Они требуют выкуп? Скорей же!
близко. Поезжай вперед, они там. Ты знаешь, где они. Веди. Ладно, за мной. У Кьотви здесь нет власти. Эта жалкая затея стоила им жизни. Меня заставили, угрожали убить. И чтобы спасти себя, ты вел к гибели других. Нашу деревню сжег Кьотви жестокий. Нам пришлось бежать в лес. И те, кто выжил, скоро озлобились. Олаф, которого ты убил, говорил, что мы вернем наши земли. Но ему нужно было лишь серебро. В этом не было нужды. Кьотви пал от моей руки. Он вам больше не угрожает. Олаф, ты просто глупец! Чуть не убил нашего спасителя. Ты также ошибся в выборе жертвы. Это была не ошибка. На вид ты умелый боец. Я надеялся, что ты одолеешь Олафа, и я сбегу. Ты молод и глуп, поэтому я пощажу тебя. Но если попадешься мне снова, отправишься гулять по лесам Хельхейма вместе с друзьями. Ты больше меня не увидишь. Я буду как белый кролик в снегу.
Был здесь когда-то. Теперь тут лишь кости. Отец показал мне этот путь, я был в восторге. С тех пор я каждый раз выигрывал в прятки. Как псы Кьотви упустили их? Thank you.
Thank you.
Подношение. Дайте сил, чтобы я почтил вас. Что это все? Моя жизнь. Все плоды моих трудов лежат здесь. Но у меня нет сил, чтобы скинуть их вниз. Ты притащил все это сюда, только чтобы потом сбросить? Тащила в основном лошадь. Только так я смогу забрать свои вещи в следующую жизнь. Дети не хотят хранить их со мной. Врут, что не нужен им этот хлам. Но только мой костер прогорит, вмиг все распродадут. Поможешь мне? Кидай все вниз со скалы. Чем дальше зашвырнешь, тем вернее оно долетит до того света. Ты это серьезно? Почему все уложено в солому? Чтобы ничего не разбилось. Который мне поднес Хальфдан Черный, когда я попал стрелой королю Сигтрюгу в левую подмышку. Вот это был выстрел. Серебряный наконечник гарпуна. Его мне дал Харальд за то, что я вытащил труп Хальфдана из озера. Щедрое же у них семейство. Кое-что осталось. Боги там разберутся. Благодарю. Доброе у тебя сердце. Кто отзывчив и храбр, тот счастливее всех. Хотя этот путь и бывает иногда труден. Я старался вести добрую жизнь. Пусть хоть боги будут об этом знать, даже если меня забудут в Мидгарде. Ну, что теперь, когда это дело сделано? Сделано? Это я только постучался. А теперь войду. Живи счастливо. Асгард ждет! Стой! Спасибо! О, боги, не ожидал.